Thank you.
15:46 в Москве. У микрофона Алексей Пантелеев. Россия... ...в Керченском проливе, заявил глава МИД Лавров ранее. Кремле... пограничниками. На этом фоне глава Херсонской области Украины заявила о введении ограничений на пропуск россиян на границе с Крымом. На граждан Украины это не распространяется. Конституционный суд России рассмотрел дело... на разделе границ. Роснефть в полном объеме.
Thank you.